Всем привет, особенно ХБшникам. Это Думас. Сейчас я буду показывать свой байк-чек. В общем, я наконец-таки собрал свою мечту дёрт-аппарат. Вот. Сейчас я вам его представлю. Собственно, мне кажется, одного фото будет недостаточно, поэтому решил все описать видео. О, в общем, вот такая вот картина получается. Черный и серебряный байк. На самом деле, я очень доволен сборкой. Это просто вообще мега по-буржуйски так собран байк. Ну, надо вкратце описать, что тут у нас такое интересное. Ну, начнем с главного, рама. Это FireEye Bloodshot. Запиленная мною, как я писал во многих темах. Много чего отпилено, вот пропилены дропауты. Все такое. Крашено тоже мною. Вот, очень клево для дёртов. Честно, вот у меня просто комментариев больше нету. Рулевая тут стоит Cane Creek. Купил тут на форуме. Кстати, да, раму поменял на свой бывший фрирайдер байк. Спасибо, не помню ник на ХБ, а Максиму с Лушты или с Ялты. Ну, короче, с Крыма. Он со мной поменялся. Вот, спасибо ему за раму большое. Тут, собственно, еще тут его шатуны остались. Ну, в принципе, все, наверное. И клетка. Так, рулевая тут Cane Creek купил на форуме. Ланьюс или как-то Ланусь, я не знаю, как она правильно читается. На промах оправдывается вообще отлично. Ну, дальше переходим к вилке. Вилка вообще, это моя особенность. Вот я ее только-только собрал, только вот масло свежее залил. Это DJ Urban 2006 года, 20-я ось. Все ништяки, крутилочки, подкачечки. Я писал тему, там, как ее перебирать. Вот, покрасил, вот такая вот красивенькая серебряная сейчас стала. Ну, спасибо пользователю Винни за то, что он продал ее по сладкой цене мне. И особенно спасибо Косте. Большое спасибо Косте. Сейчас покажу за что. Вот. За вот эту крутилочку. Вообще классный мастер. Это реклама, обращайтесь к нему. Вот вынос. Стоит Фельд. Как у многих. Коротенький. 40 мм, как все любят. Он у меня уже года 3, наверное. Сорен болт, ну ничего. Руль демо. 690 вроде, расширен севастопольскими умельцами. Вот тут вот видно, эти расширители съемные, то есть если надо будет кому заказать, пожалуйста, не обращайтесь. Сейчас он 750 миллиметров. Так, дальше у нас идет, давайте с колес продолжим. Значит, покрышки Максис Ларсен ТТ. Спереди 2.35, сзади 2.0. Спереди побольше, чтобы цепляло. Камеры я фиг знает какие, Ашан. Знаю, что спереди 24-я камера, на 26-м колесе. Обода Sunrims Mammoth. Поменялся на Dartmoor и Fortress 24-й. Спасибо Юрику с ХБ. Большое спасибо ему. Так. Передняя спица, я вообще фиг знаю, черненькие, красивые меня устраивают. Передняя втулка Tattoo Bike. Меня не буду говорить, что делали в магазине, это шары. Но вообще втулка нормальная, такая катится, так что хорошо. Задняя втулка у нас Coaster SS Pro. Драйвер на 10 зубов, все как надо. Спасибо Олесю, здесь правильно называл, с Киева. У него брал втулку тем летом. Так, ну тогда и тормоз продолжим. Тормоз у меня 25 на хайсовском ротере 6. Покупал, не помню у кого, но с Крыма. Взял пары, передний отдал Максиму, когда менялся. Тормоз тормозит хорошо, пацаны заценили с района. Так, дальше подсидел, Макнил, какой-то рейсовый. Очень нравится мне, клевый. Единственный минус, он ниже этого предела не опускается. Но я, в принципе, так и катаюсь с таким седлом, так что меня устраивает. Седло McNeil Capital. Тоже очень мягенько, удобно. Шатуны, судя по всему, Eastern, комплитовые. Такие квадратники красивые, крашеные. Тоже Максим мне их достал. Ой, отправил с рамой, так что довольно. Педали FPD на промах, 250 рублей, новые. Жаль, таких уже больше нету, отличные педали. Очень нравится. Цепляют ногу вообще намертво.
Вот, сказал, вроде как все. Ну что тут еще мелочи? Цепь КМС толстая, звезда 17-25 зубов, грипсы, короче, сборная солянка. Вот этот кусочек Octane One, вот этот Ашан грипсы, вот это Octane One, вот это Оди, это тоже Ашан. Вот, сказал вроде все, все, что хотел. Собственно, спасибо за внимание, экшен будет позже. А то сейчас уже темно, снимать ничего не получится. Вот. Спасибо всем за просмотр, с вами был Думасик. Ставьте лайк. Ну как же без экшена? Надо прыгнуть хотя бы пролеточку, надеюсь, меня будет видно.